Ну а наш прямой эфир продолжается. И в моей студии красавица, дизайнер, мама троих детей, очаровательная жена футболиста Мария Погребняк. И перечислять можно бесконечно. Блогер, естественно. Вот, блогер, упустила, да. Это самое важно. Главное в наше время быть блогером, да. И иметь Инстаграм. Вот знаешь, Маш, об этом и хочется поговорить. С Инстаграма и начнем. Много у тебя подписчиков, 1 000 000, по-моему, да? Уже скоро будет 1 100 000. Чуть-чуть осталось поднажать. Давайте подписывайтесь. Маш, наверняка аудитория совершенно разная, и наверняка есть молодые девушки, там, 15, 16, 17, 18 лет. Наверняка есть же, да? Ты конечно, следишь за статистикой. Есть. Да, да, да. Как молодым девушкам абстрагироваться от красивой картинки, которую, безусловно, они у тебя видят ее, и начать что-то делать, чтобы не просто ждать принца на белом коне, но и как бы развивать свою личность? Это же важно, заложить вот эту историю в голове у подростка. Конечно, во-первых, нужно не бояться экспериментировать, идти учиться, самореализовываться, да? То есть, например, я ходила и в бассейн, и танцевала, и занималась иконописью, и рисовала маслом. Ну, тогда Инстаграма еще не было. Не было, но я себя искала. И также я всем девочкам говорю, вы ищите себя. Так, просто сейчас это еще круто, то, что есть Инстаграм. Ты можешь пойти обучиться танцам, выставлять это для своих подписчиков. Может быть, этот контент зайдет. Если тебе не нравится, сходи, попробуй рисовать, вышивать, петь. Ну, самое главное, чем-то заниматься, а не сидеть на попе ровно. Ну, согласись, что в наше время многие девушки об этом и мечтают. Сидеть на попе ровно, просто найти классного, богатого мужчину и заниматься, я не знаю, шопингом, салонами красоты и так далее. К сожалению, сейчас мужчинам не нравятся девушки, которые просто сидят на попе ровно. Вот, дорогие девочки, молодые девушки, запомните это. Вы не понравитесь богатому мужчине, если не будете развивать свою личность, правильно? Конечно. Вот футболистам точно. Просто я общаюсь в сфере, где ребята увлекаются спортом, да, это хоккеист, футболист. И все ребята говорят, нам не нужна просто красивая девушка. Нам нужна девушка, с которой можно поговорить, с которой можно гордиться, ну и не стыдно выйти в свет, да? То есть все жены футболистов чаще всего обязательно чем-то увлекаются, занимаются, ну, по крайней мере, из твоего окружения? Нет. Мы все-таки дети 90-х. Тогда, наверное, большинство моих подруг, они познакомились со своим мужем в школе. А, серьезно? Да, вот, например, Рома Павлюченко и Лариса Павлюченко учились в одном классе, сидели за одной партой. Но я это исключение из правил, как ты думаешь? Я думаю, что нет. Раньше просто ребята, все, которые увлекались спортом, учились в обычных школах. Знакомились с девочками. Первая любовь. Первая любовь, потом создавали семьи. А сейчас уже ребята, которые профессионально занимаются спортом, у них есть свои школы, спортивные школы. Поэтому уже познакомиться можно только через соцсети. Что касается твоих подруг, Маш, это чаще всего публичные медийные девушки, либо есть, не знаю, может быть, со школы у тебя, например, подруга? Моя самая лучшая и близкая подруга – это Маша Румянцева, моя подруга со школы, мы дружим с 7 лет, то есть мы уже дружим 25 лет. Ого, а чем она занимается? Она у меня бухгалтер. Бухгалтер. Твой бухгалтер или, в принципе, бухгалтер? Нет, не мой, в принципе, в банке. У нее тоже есть сын, его зовут Дима, он занимается профессионально хоккеем, играет в «Спартаке». Он мой крестник. А как ты думаешь, легко дружить, если люди совсем из разного социального слоя, общества? Она меня знает с детства, я не изменилась. Я такая, какая есть. Мне лучше сходить не в ресторан посидеть, мне легче встретиться с Машей, пойти погулять в парк Сокольники с детьми. Но, конечно, если сам человек меняется, если бы я изменилась и стала бы такой высокомерной Марией Погребняк, то, конечно, мы бы не смогли общаться. Она бы сама бы прекратила наше общение. А сейчас ты чувствуешь, когда с тобой, ну, не знаю, человек, девушка какая-то знакомится при каких-то обстоятельствах и как будто бы хочет какую-то выгоду из вашего общения извлечь? Так, но на самом деле, постоянно. То есть ты общаешься, знакомишься, например, с новой девушкой, очень хорошая, интересная. Вот она сидит и сразу, а давай сделаем селфи. И я говорю, ну, как-то, мне кажется, не очень красивая обстановка. Может быть, в следующий раз? Нет, давай сделаем, давай сторис запишем. Отметь меня, да? Отметь меня. И многие со мной переставали общаться, потому что я отметила их на одном сторисе, а не на всех 20. Тебе жалко сторис. Я говорю,
Поверь, я даже об этом не думаю. Просто мои подруги, самые близкие... Они не просят этого. Они не просят, и нам это не нужно. Нам хорошо друг с другом. Если у вас есть вопросы к Маше по поводу дружбы либо еще чего-то, то обязательно пишите. Номер у нас не изменился, 39-35-65-65. А что касается Ольги Бузовой, кстати, вы же дружите, насколько я знаю. 8 лет. Да. И, кстати, кто-то из вас такую фразу сказала, где-то читала, что порвать готов. По-моему, ты, да, говорила о том, что порвать готова за Ольгу? За Олю готова порвать любого человека. Оля умеет дружить. Я ее люблю. Это самый искренний человек. Она... при всей своей звездности, очень душевная, простая, ничего не требующая взамен. Но человек, когда, если мне будет плохо, я знаю, я позвоню Оле, и она приедет. И я всегда а если помочь. Она со своим любимым человеком, который недавно у нее появился? Наши двери дома всегда для них открыты. Ольга сейчас счастлива? Да. Ты как подруга можешь это увидеть наверняка в ее Конечно, глазах? Конечно, я думаю, то, что и все подписчики видят, что у нее блестят сейчас глаза. Знаешь, Маш, я помню такой момент, такой период у Ольги был, когда она была очень эмоциональной, она на все так реагировала, там могла заплакать. Ну, в общем, эмоционально все близко к сердцу. У меня то же самое было. Когда, ты знаешь, набираешь много работы, там рекламные контракты, потом, ты же знаешь, у меня есть бренд своей одежды, ты разрабатываешь новую коллекцию, нужно за этим следить, и у тебя муж, который... У меня достаточно строгий муж, то есть... Во-первых, у нас не должно быть посторонних людей в квартире, вплоть там, я не знаю, чтобы тещи тоже не было. А, серьезно? Даже так? Да, чтобы мы вечером оставались, да, только семьей. Готовить должна я, и там укладывать детей, и заниматься бытом тоже я. Если я это не успеваю, то он сразу говорит: все, удаляем Инстаграм. Закрываем все рекламные контракты, закрываем свой бизнес, все. Не успеваешь, если женскую часть выполнять, то как бы, и да. Получается так, то, что ты набрала много работы, ты же не можешь сказать, знаете, я не приду на съемку, это же все, штраф. И дома у тебя все рушится, потому что ты не успеваешь вовремя приехать домой, ужин вот так вот быстро-быстро готовишь. Муж ворчит, дети балуются, их надо уложить спать. И вот это вот происходит каждый день. То есть ты ложишься там в 3 часа ночи, встаешь в школу в 7, накапливается усталость, и все. И потом, например, я прихожу на какую-то программу, где мне плохо, например, ничего не хотят сделать. Но кто-то сказал неправильное слово в мой адрес, и у меня истерика, я плачу. А эмоциональное плачу, состояние, да, такое, я плачу, да? Просто из-за того, что я устала. Ну, у тебя недавно была такая ситуация, насколько я знаю. Да, у меня было даже несколько таких ситуаций, когда действительно, в принципе, чтобы расстраиваться и плакать, не та ситуация, и уходить там с эфира. Но это все, это вот просто на тот момент меня вот иголочкой ткни, эмоциональный срыв какой-то, да, эмоциональный срыв, да. Но при этом ты говорила о том, что мужчинам нравятся те девушки, которые чем-то увлечены. Ну, естественно, там, кроме семьи и любимого мужа. Мой муж всегда говорил, жена-домохозяйка меня не устраивает. То есть он сам себе противоречит. Да, вот я про это и хотела тебе сказать. Как... С одной стороны, он против, если вдруг что. Да, да, он против, если я где-то не успеваю. Но при этом, если я буду сидеть дома и ничего не делать, он скажет: ты бездельница, он может так сделать. Я один раз даже его так проверила. Я отказала всем рекламодателям. Я никуда не выезжала, ничего не делала, я тупо сидела дома. Причем, понимаешь, я сижу дома. Что мне дома делать? У меня дети до 6 часов вечера в школе. Я их отвезла, муж на тренировке, вот я сижу дома. Включаю там сериальчик, могла посмотреть. Он приходит, говорит: чем занималась? Я говорю: ну вот у тебя борщ стоит, мясо пожарила, салат сделала. Ничего не делала. Да, а так больше ничего не делала. А, ну понятно, бездельница. Что, ты больше никого не интересуешь, у тебя нет рекламных контрактов? Я такая: ага, на следующий день. Ты где? Я говорю: у меня такой-то контракт, я здесь, у меня новая коллекция, у меня съемка, то-то, приехала. И он такой: что есть? А я уже утром все приготовила. Да. Я говорю: на тебе и котлетки, на тебе и супчик, и еще я сделала сметанник твой любимый. И он такой: Ничего себе, да, там, зауважил. Маш, смотри, вот это он с тебя требует. А есть какие-то аспекты, которые ты с него требуешь обязательно, как с мужчины? Один. Какой? Пусть мозг не выносит. А он выносит ваши отношения. Пусть не ворочит, и все у нас будет хорошо. Дети всегда накормлены, уроки они всегда сделали, уроки сделаны. Причем у меня ребенок сейчас старшему 13 лет, он пошел в 8 класс.
его экстерном перевели вчера в 9-й. Ого! Он будет ОГЭ сдавать. Это как так? Но он сильнее всех в классе, себя, да? Да, ему просто неинтересно. Угу. Он все время набирает на всех тестах 98 баллов. И с сентября он пойдет уже в 10 класс. Волна разводов, мне кажется, в данный момент происходит в шоу-бизнесе. Павел Прилучный недавно с Агатой. 8 лет вместе были. Красивая пара, жалко. Может быть, поспешили. Я сейчас, знаешь, не очень понимаю стремление сразу бежать и разводиться. Вот. Но эта бумажка ничего не дает. Вы можете разойтись, потом сойтись. Зачем мы же не знаем, что там было, может быть, там что-то серьезное. Либо они понимают, что любовь прошла, и стоит ли сохранять семью исключительно ради детей, когда нет уже вот такой тяги к своей второй половинке. Ты знаешь, тут такое двоякое у меня мнение, да? Во-первых, может быть, действительно прошла любовь, а может, у вас сейчас трудный период, кризис в отношениях. Лучше всего никогда в жизни не бросаться словом «я пойду разводиться». Я еще раз говорю, бумажка ничего не значит. Вы можете разъехаться, не надо громких заявлений, разъехайтесь. Каждый поживет отдельно, поймет, что может, не может найти больше близкого такого человека и, и родней своей жены никак не встретит, да? Опять сойдутся, и может, и любовь еще сильнее их настигнет двоих. Поэтому я бы не делала таких громких заявлений. Иногда лучше взять паузу. Но если уже твой мужчина нашел себе там любовницу, ну, понятно, да. И сказал, я вот прям конкретно ухожу вот к этой женщине, то да, тут уже развод. Ты же его удерживать не будешь. А как ты думаешь, в вашей семье вот эта история, что муж регулярно там уезжает на сборы и так далее, сейчас, насколько я знаю, он в Екатеринбурге. Да. Вам это помогает сохранить вот эту пикантность в отношениях, когда ты скучаешь регулярно, когда ждешь встречи и так далее? Скажу так, не знаю, согласится мой муж со мной или нет, я считаю, что отношения на расстоянии, они не сближают, они отдаляют. Каждый учится жить уже отдельно, да? Своей жизнью, и очень тяжело сойтись. То есть ты знаешь, у тебя свой распорядок дня, у него свой распорядок дня, и потом там через 2 месяца вы встречаетесь, и уже тяжко. Ну сколько вот вы максимально не виделись из-за работы? Я влетаю постоянно. Я каждую неделю туда-сюда обратно, ну скучаю я по Пашке. Как у меня это классно, но бывало такое, что прям месяц вы действительно не виделись, да, по какой-то причине? Да, было. Мы созваниваемся, я фотографии ему шлю, он мне. То есть мы все равно постоянно на связи, да. А так я без него не могу. Я же и тогда, когда училась в школе, школу стала прогуливать, и каждый день моталась Москва, Ярославль, Ярославль, Москва. И сейчас Москва, Екатеринбург, Екатеринбург, Москва. Могу на один день прилететь туда-обратно. А если ты долго не прилетаешь, он звонит тебе и говорит, ну, когда ты уже приедешь? Он мне сразу берет билет. А, да? Да, он один раз мне позвонил, а получилось так, что, ну, там, у детей как раз каникулы были, их не с кем было оставить. Не хотела нагружать своих родителей. И он такой, прилетай. Я говорю, когда? Ну, сейчас. Я говорю, да я не успею даже до аэропорта доехать. Он говорит, успеешь. Я уже посмотрел, там, 1:30 тебе ехать, давай, класс. Все, я заказываю билет, вылетай. Я вот в чем была, в том и полетел. Молодец. Ну, в общем, романтика у вас, так сказать, поддерживается даже спустя годы. Ты знаешь, мы 2 скорпиона. Если мы жалим друг друга, то рядом с нами лучше никому не стоять. Мы вот прям жалим друг друга. Чем больнее, тем круче. И словами потом... тоже? Можешь что-то обидное сказать, оскорбительное? Ну, я могу очень много оскорбительного сказать, потом могу извиниться, и просто у нас прям любовь опять любим друг друга, страсть. Вот когда мы даже были на программе у Насти Ивлеевой, говорят, вот так, он над тобой так подшучивает. Жестко, да? Жестко, да, как ты это терпишь? Я думаю, ну, я просто тогда решила быть... девушка, ему не отвечать. Да. Так я также очень жестко. А за кадром отвечаю. Ты можешь ему тоже сказать что-нибудь такое, да? Конечно. Конечно. Маш, мы о самореализации уже начали с тобой разговаривать. Вот сейчас на данном, в данном периоде времени, что для тебя самое важное? Может быть, там твой Инстаграм, может быть, твой магазин одежды, может быть, написание книги, может быть, ты вновь решила запеть.
Запеть надо подумать. Угу. Заманчиво. Ну, у тебя была песня, когда ты приходила к нам в тот раз, это было, по-моему, да, года да, два давай назад без или боль. Полтора, да. Потом как-то раз и что-то ты не поддержала эту идею дальше. Потому что не смогла разорваться, понимаешь, угу. Очень много работы. А все... Расставила приоритеты, и это да, ушло на да, второй да. план. А на тот момент еще душа у меня пела. Я не могу исполнить песню и спеть то, что я не прочувствую. Или что уже не чувствуешь, наверное, уже, да? Да, не чувствую. То есть мне нужна такая какая-то песня, зажигалочка. И чтобы совпала песня с моим настроением, что я сейчас переживаю. Но ты в поиске автора, предположим? Либо ты уже ну, обращайтесь, если у вас есть хорошая песня, то ага. пишите. Так. Книга. Это книга полностью обо мне. Как я, где я родилась, как я росла, как я познакомилась со своим мужем, моя любовь к Богу. Что но мне это для твоих поклонниц, пережить. Для твоих подписчиц? Для да. кого эта книга? Для, в первую очередь, для женщин. Там я описываю разные моменты из своей жизни. То есть, что самое главное, я замужем 17 лет. Угу. То есть вместе, не замужем официально, а вместе мы 17 лет. Как сохранить семью, как сохранить поддерживать отношения? Семью? Мои ошибки при первой беременности, потом после родовой депрессии, как пережить. Ведь многие мы совершаем ошибки, когда ставим ребенка на первое место, а мужа на второе. Мужик-то не понимает, что случилось. Вроде его жена так любила, лелеяла, гладила, говорила ему комплименты. А тут вдруг в какой-то момент появилось их чудо, которое они хотели оба, и вдруг... Мужа раз на второй план. Уже не люблю, уже внимание, не звоню, уже внимание. У тебя такое нет, было? Еще. Было, да. Долго это длилось? Ты знаешь, если бы я случайно не включила программу, и так сложились обстоятельства, что я включаю телевизор, который я никогда тему. Не смотрела, да, и была эта тема, то, наверное, было, вообще могла бы развалить всю свою семью. Потому что ты я... Ты не задумывалась об этом просто, наверное, я да? не задумывалась, я полностью жила ребенком, мне было вообще до фонаря... что у мужа происходит на работе, есть у него проблемы, нет проблем. У меня было самое главное выспаться, накормить ребенка, чтобы ребенок был сыт, одет и хорошо здоров, себя чувствовал, и здоров, да. и все. Легко было перестроиться? Да, когда я включила свои мозги, очень быстро перестроилась. Муж заметил разницу сразу или нет? Да, и мужчины это замечают, они это ценят и начинают делать для тебя еще больше чего-то доброго, светлого, больше давать тебе внимание, любви, ласки. Потому что чем ты к ним лучше относишься, тем, естественно, и муж к тебе хорошо относится, если ты его уважаешь. А, Маш, это только в отношениях с мужем, когда уже полноценные отношения? Либо, например, просто многие девушки считают до официального брака, ну, как бы, чем меньше мужчину любим, тем больше мы ему нравимся. Так же, как и в ответ то же самое. Как ты считаешь? Ты знаешь, здесь нужно не заиграться. Конечно, можно... при первых встречах ваших включить, что такая стерва недостигаемая, ты, тебе вообще на него до фонаря. Но когда уже переходят отношения в любовь, то тут любому мужчине хочется, чтобы его любили, мы говорили ласковые слова, о нем заботились. Это не значит, что висеть у него на шее, там, ты куда пошел с друзьями, нет, сиди дома, нет. Тут у каждого человека должна быть свобода. То есть не надо никому ничего запрещать. Отношения ты никогда ничего мужу не запрещаешь? Ну как, я, естественно, я ему не скажу, что ты сегодня можешь домой не приходить. То есть домой муж должен прийти по-любому. Ну а спросишь, куда он пойдет, и может быть есть да, те места, это... в которые он может пойти, а те места, которые ты не поддержишь. Ну, стрибар не поддержу. Вот, ночной клуб. Со мной подержу. Ну, с тобой понятно. Нет, но с друзьями, если я знаю друзей, отпущу. Ну, и отпускала, всегда отпускала. Даже ночной клуб? Ну, да. Ну, как ночной клуб? Ну, ну вышли какой-то ребят. Какой-то бар, да? Ну, в бар, да. Спокойно отпущу в баню, отпускаю. А с друзьями встретиться, там, до часу, до двух, тоже, пожалуйста, отпускаю. Девочки, такие девочки. Ты в Инстаграме недавно писала пост о том, что ты благодаришь тех людей, кто травил тебя в детстве. Да. Насколько в тот период тебе было тяжело, и как родители тебя поддерживали? Вообще была какая-то поддержка? Либо ты молчала и держала это все в себе?
конечно, я родителям не говорила то, что меня травят. Я просто замыкалась в себе, плакала, стеснялась своих щек. Не хотела идти в школу, наверное? Не хотела ходить в школу, стеснялась своих худых ног. Угу. Получалось так, то, что я быстро стала вытягиваться. И была слишком худенькой? Была очень худой, ну прям вообще. Ага. Но с большими щеками, понимаешь? Я как этот одуванчик. Дунь! Я очень этого стеснялась, я плакала, переживала. И мне все время хотелось показать им, что я добьюсь большего. То, что вот у меня, может, нестандартная фигура какая-то, но я не буду на это обращать внимание, я буду идти к своей цели, я буду себя пробовать в разных сферах, да, и добьюсь того, чего я хочу. Ну, так и получилось, в принципе. Да, но ты знаешь, самое удивительное то, что все, кто меня там хейтер... Они ничего не добились. Ну, это нормальная история. Нигде, просто нигде эти люди. Сейчас все пишут, что давай, может, с тобой встретимся. Ну, и второй вопрос, давай встретимся, и второй, дай денег взаймы. Гениально. Ну, мне кажется, такая стандартная история. Маш, что ты делаешь сейчас, чтобы твоих детей не травили? Вообще даешь какие-то им подсказки, общаешься ли на эти темы? Например, может быть, учишь, что нужно ответить что-то тоже там дерзкое в ответ? Нет, я с ними, во-первых, с детьми постоянно разговариваю. Всегда объясняю, что у вас должна быть своя точка зрения. Если вы не согласны, куда вас зовут или заставляют что-то попробовать, вы должны сказать «нет», тогда вас будут уважать. Своя голова дороже всех остальных. И мне даже старший сын всегда говорит: «Мам, ты знаешь, там кто-то смеется, что у него щель между зубами». Говорит, я с этими просто не хочу дураками общаться. И когда он перестает с ними общаться, они сами потом идут и лезут к нему, чтобы он обратил на них внимание. Они понимают, что есть хейтеры, что добиваются хейтеры, чтобы на них обратили внимание. И я говорю, если вас будут оскорблять, унижать, никогда не отвечайте им на их языке, будьте их выше, потому что они специально только и ждут, чтобы на них обратили внимание. Если ты скажешь: «Дурак я? Окей, ты так считаешь? Хорошо. Не подходи, не будем общаться». А было ли такое, когда твои дети, ну, не знаю, в силу возраста, например, да, еще непонимания, оскорбляли других людей и как-то Нет, их хейтили? Я очень сильно наказываю за это. У меня дома очень все строго. То есть, грубо говоря... Мы поняли, Маша. Никогда они не должны упрекнуть другого ребенка, что он как-то одет, его обозвать, оскорбить. Не нравится вам ребенок? Не общайтесь. Хамить взрослым? Ни в коем случае. Если мы даже спускаемся вниз, и они не поздоровались с консьержем, который там сидит, я уже им делаю замечание. То есть у нас все четко. Я настоящих мужиков ращу. Что касается настоящего мужика, вот старший сын, есть у него уже какие-то предпочтения там в плане, может быть, уже появляется какая-то симпатия какой-то девочке? Как ты к этому относишься? Он со мной всегда советуется. Советуется? Да. У него была симпатия, ее звали Маша, мы очень с ней внешне похожи. Да? Да. Мы ходили вместе в кино. Он говорит: «Мам, можно я с Машей схожу в кино?» Я говорю: «Конечно, пойдем все вместе». Ну, я такая заходила. Это как с мужем прям история. Можешь идти, но я с вами. Ну, значит, мы заходим в кинотеатр, я покупаю им билеты и такая спрашиваю: «Вам какой ряд?» Я люблю посередке сидеть, вот я, мне просто удобнее. Они говорят: «Не, мам, задние ряды». Я такая: «Опс, дети повзрослели уже». Ну, мы сели сзади, он угостил ее попкорном. Ты почему посередине не села? Отпустила бы детей хотя бы наверх вдвоем. Слушай, я даже об этом и не думала. Не, у меня все под контролем. Я даже сказала ему, что мы на вечеринке, на тусовке будем ходить вместе. Ну как, я все контролирую, ну вот все. Но в каком возрасте ты его уже отпустишь и не будешь этим заниматься? Как ты думаешь, вот какой возраст, чтобы, знаешь, я, мне кажется, не я буду над кроватью свечку держать. Я не могу. У меня мама говорит: «Ты можешь перестать всех контролировать?» Я контролирую даже маму и папу. А в детстве я между ними всегда ложилась, потому что я не хотела ни братика, ни сестренку. Серьезно? Я говорю: «Мам, можно я с вами буду спать?» Она говорит: «Слушай, а что?» Я говорю: «Я так боюсь». А сама в голове насмотрелась фильмов. Ну, в школе мне уже рассказали, откуда, как дети появляются.
И я говорю, нет, я так боюсь, мне сны плохие снятся. Ну, могу я спать посерединке? Вот прям не хотела я ни братика, ни сестренку, но у меня есть старший брат. Кстати, что касается детей, вот Джиган наконец-таки добился своего. Сын Давид появился, четвертый ребенок. Три дочки, может быть, у вас тоже, ну, как бы, по-другому будет, правда, дочка в ближайшее время планируется? Если бы я знала, что у меня 100% дочка, ага, мы бы уже точно пошли. Но у Паши есть два брата, они двойняшки. Папа двойняшка, двоевый. Ага. У мамы тоже, там... Есть риск, что появится двойня. Да, представляешь, пошла за девочкой, пришла еще вернуться с двумя мальчиками. А есть же такая история, что сейчас можно как-то подгадать, подстроить тип пола и так далее. Я в это не очень верю, и я не хочу даже подгадывать ничего. Спасибо тебе большое, будем ждать тебя снова. Может быть, кстати, с новой песней. Спасибо, спасибо, спасибо. Всем пока. Мария Погребняк была в нашей студии.